дорогие севастопольцы, перед вами существует факт вопиющего вандализма. То есть впервые за всю историю города по инициативе губернатора Сергея Миняева сделано поздравление по всему кольцу города. Причем не просто поздравления, а портреты наших ветеранов, которые своей жизнью и кровью защитили нашу сегодняшнюю жизнь. Сам факт то, что это не где-то на окраине, где-то там, сказать, в переулках, а центрее места нет, центр площади Нахимова, это, ну, попахивает цинизмом. Вообще, конечно, как бы надежда была на то, что казаки у нас начали патрулировать